В Конском районе молодым семьям вручили сертификаты на социальную выплату для улучшения жилищных условий. Из Устнеры передает Светлана Поцелуева. Многодетная семья Кургановых проживает вместе с родителями в старом, своими силами отремонтированном после наводнения домике в микрорайоне Нерский. Сегодня в кабинет главы УЛУСа они пришли всей семьей для получения сертификата на социальную выплату для улучшения своих жилищных условий. Материнский капитал есть у меня, у нас вот второго сына, но использовать тоже не могу. Всего лишь 2 годика, там с 3 лет можно использоваться. А ипотеку тоже не могу брать, потому что я не работаю и у мужа зарплата не хватит, я спросила. Очень благодарна администрации, которые нам дали эту помощь, сертификат. Я очень даже рада. Наконец будем покупать или как приобрести квартиру. Наконец-то у нас будет свой дом. Муниципальная целевая программа обеспечения жильем молодых семей в муниципальном образовании Миконский район работает с 2012 года. За это время свои жилищные условия улучшили 22 молодые семьи. С сегодняшнего дня их стало на 5 семей больше. Я бы хотела большое спасибо сказать районной администрации за ту помощь, которую они сейчас оказали. Мы с 2008 года стояли в очереди на квартиру. Соответственно, мы не дождались, приобрели свое жилье. Мы получили сертификат и используем его для погашения ипотеки. Пусть теплым и уютным будет дом. Пусть там живет любовь. И родятся дети. Светлана Поцелуева, Павел Комин, НВК Саха, Устнера.